Представься. Доценко Настя, Биробиджан. А, Биробиджан. Ага. Ну все, Биробиджан должен за своих-то прыгнуть. Что они там 2 недели назад прыгали, отлично. Мама правда сказала, что я дура. Так, разжимаешь одновременно руки. Только какашка упадешь. Как отстегнуться? Я пока занят, я бы тебя отстегнул. Серега, кто меня там снимать будет? Подожди, не прыгай. Он что-то увидит. Не, так стоишь, в принципе, не страшно. Вот шагнуть, конечно, это да. Короче, чем больше стоишь, тем страшнее, я так думаю. Ну, конечно. Что-то у меня рука уже устала тебя снимать. Сейчас, подожди. Привет. Привет. Слушай, ты серьезно, что ли? Конечно. Блин,